Еще один хороший вариант топлива для дымаря. Вот такая ячейка из-под куриных яиц. Такая пористая. Очень хорошо дымит и тлеет. Что самое главное, не надо заморачиваться по поводу сушки гнилушек. А это есть всегда под рукой. И выкидываем на помойку. А это хорошее применение. Так вот кусочками ее. Дымит хорошо и на долгое время хватает. Сейчас она еще раз дымится. Хорошо дымит. Мне понравилось.